Ребята, всем привет! Хотел сегодня немного с вами поговорить на тему ботинок, кроссовых ботинок Alpinistars. Alpinistars 1010 – это именно та модель, в которой сейчас езжу я. То есть выглядит она примерно вот так. Это самая последняя версия, насколько я понимаю. Да, то есть она сильно отличается от предыдущей. Все, чувствуется. На узеле тренировались, посмотрел. Все в грязи. Вот, у меня есть два варианта. Это черные и белые. Они на самом деле практически ничем не отличаются, но немножко отличаются. Сейчас расскажу, чем. В плане цвета именно вот этой модели на будущее, да, многим. Я не знаю почему, но за счет, может быть, выкраса, может быть, это другая кожа, другой там материал или еще что-то, я всегда чувствую, что белые мотоботы жестче, чем цветные. У меня были такие и оранжевые с салатовым фиолетовым, то есть я экспериментировал много. Всегда цветной бот мягче, чем белый пластик. Я не могу, может быть, мне кажется, может быть, еще что-то, но в целом я как бы это замечал. Не суть. Самый основной момент, который я хотел бы разобрать. Давайте возьмем просто белый, чтобы было конкретно видно. Чем же он отличается от предыдущей модели? У меня здесь есть модель совсем старая, совсем допотопная, с супер вообще старыми застежками. Предыдущие десятки, которые были перед ними, они, конечно, совсем другие. Но основные отличия можно увидеть здесь. Да? То есть здесь замшевая вот эта вставка, плюс кожаная вставка и плюс вся вот эта вот как бы история. Здесь можно увидеть, да, и понять, что здесь все совсем по-другому. То есть здесь уже пластиковая накладка здесь, совершенно другой как бы исход здесь. Чуть другая подошва, хотя смысл, в принципе, тот же, и подошвы, не знаю, меня устраивали всегда. Другая система застежек, сапожок аналогичный, но тоже немножко как бы изменен. Вот, эти боты однозначно жестче, мы их мерили, они чуть-чуть короче и чуть-чуть как бы легче. Из плюсов для мотокросса как бы абсолютно все, да, то есть бот жесткий, бот удобный, он комфортный. Из минусов конкретно вот этих ботинок, в отличие от старых, я бы, наверное, пожалуй, из минусов опять для фристайл мотокросса я бы отметил одно, точнее две позиции. Это первое, когда не совсем новая чрезмерная жесткость, потому что нам все-таки нужно там чувствовать там, да, педали, переключение передач, ножки там, всякие наши там эти фишечки, за которые мы цепляемся и прочее. Это первый момент. И второй момент. Я не очень люблю вот эти пластиковые слайдеры. То есть для кросса, еще раз, да, то есть не забывайте, то есть для кросса совершенно иная история, если необходимо. Вот. А как бы для фристайла, как бы вот эти пластиковые слайдеры, они как бы являются большой прокладкой, ну, как бы между рамой. Когда ты мотоцикл зажимаешь, я люблю чувствовать мотоцикл коленями, чувствовать как бы все, что происходит в любой точке. Когда я его схватил, подтянул, подхватил ногой, мне нужно вот это контактное пятно, оно как бы мне необходимо. Здесь оно чуть ватное, потому что здесь больше пластика, но, как говорится, ко всему очень быстро привыкаешь, поэтому безопасность на самом деле намного важнее, так что... Как бы боты космические, как бы защита присутствует, жесткость присутствует, удобство. Ну и одно из самых все-таки еще немаловажных моментов для всех, для нас сейчас, да, потому что все снимают, все фотографируются, все организовывают съемки, всем хочется круто выглядеть, так как в журнале или так как топовые там райдеры там в интернете, да, как бы поэтому стиль у них тоже как бы имеется, поэтому боты на самом деле огонь.